сегодня покажу тебе освобождение от такой классики, да, как захват просто за шею, когда гопник подходит, что-то хочет рассказать, доказать, что-то хочет, да, и обычно, особенно это такое, пьяные такие бойцы подходят, начинают этот делать прихват, ну чё, братан, ты меня понял, не понял, там все вот это остальное. Очень просто, в тайском боксе, в муай-тай есть такая сбивка клинча, как плечо, работа плечом. Когда берут в клинч, да, мы делаем сбивочку, ручки накладываются, и плечом своим просто выбиваем эту руку. Рука идет на излом, очень тяжело удержать. То же самое мы делаем от такого захвата. Мы не бьем, да, конфликтная ситуация как бы нет, у нас не били. Начинать бить первым, уже провокация с твоей стороны, то есть, да, превышение самообороны. Тебя не трогают, а ты бьешь. Получается, что ты как бы и агрессор. А в этой ситуации, вот человек тебе начинает схватил, ты понятно, что не стоишь, да, как бы, потому что дальше может быть удар, например, рукой второй или коленом. То есть из этой ситуации мы стоим, надо разрядить обстановку, да, но при этом показать, что как бы ты готов к бою. Поэтому просто делаем сбивку плечом. Чисто поворот корпуса, голова ровно, голову не отдаем. Просто поворот корпуса, плечом сбиваем руку в сторону. Встали, и если это будет правая рука, это будет левое плечо, да, сюда же. То есть ставил, оп, сбил, все, ничего, плечо немножко поднял и делать удар плечом. И дальше оттолкнуть от себя. То есть он схватил, все, начинает что-то рассказывать, доказывать. Ты понимаешь, что ситуация обостряется, обстановка обостряется, да, и все. Ну все, убери руки там, успокойся, все. И разорвал дистанцию. Вот эта дистанция, уже понятно, если он начнет подходить, он уже будет стараться делать какой-то удар, да, и уже с этой, как только ты оттолкнул, видишь, что он опять начинает буровики, ты уже можешь встать в стоечку, уже приготовиться к каким-то действиям, да, уже непосредственно к ударной работе. То же самое делаем, когда за горло хотят придушить. Тоже частый прикол, да, такой наезд, можно сказать. Взяли, одну ручку подхватить, немножко помочь себе. То же самое плечом сбить. Таким образом мы заламываем, сбиваем. Из этого положения, если не было конфликта, да, не было там какой-то, ну, ты по ситуации сам должен понимать. Или это незнакомый гопник какой-то наезжает, да, или это просто синяк, который хочет что-то доказать. То есть если это просто синячок, да, мы также его отталкиваем, говорим, все, угомонись, иди сядь, допей свою водочку. Если это реальный такой наезд, да, там, то есть человек тебя придушил, схватил, чтобы дальше что-то сделать. Тогда мы уже делаем сбивку, руку контролируем эту, своей второй рукой. Мы можем ее дальше двумя руками заломать, посадить, да, на пол посадить. Или сюда, отсюда уже локоть добавить, сзади в затылок, в сторону и колено добавить. То есть доработать по ситуации. Или так, или так. Но сам момент вот этой сбивочки, стоишь ровно, тебя схватили, просто плечо. Элементарное, простое действие. Но оно реально может, то есть, сбить руку, да, захват, снять шею захват. Просто плечо, левое, правое. Вот эту наработочку можешь делать. Это именно из муай-тай наработка, так клинч себя сбивают. Но для самообороны тоже, для разрядки ситуации, тоже отлично подходит. Подписывайся на канал. Бесплатные видеокурсы в конце этого видео, под видео. До встречи в новых видеоуроках.